Эй, hey, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик. Тем более, что у нас подъехала новая часть по Fallout New Vegas. Bad boy is a game. Ну что ж, ребята, давайте отправимся, найдем все модули. Так, задание. Найдем все модули всех штук, которые у нас тут есть. Так, мне сюда. Мозговой центр. Давайте посмотрим, что у нас ближе. Мы сначала сюда, наверное, отправимся. Ой, травка зеленая. Синяя, точнее, какая-то. Пришелец, ты не спрячешься от глаз моих робо-скорпионов и от их клешней. А зачем так громко было кричать? Я чуть штаны сначала тут не надел. Так, я кого-то вижу. Серьезно? Так, ну вот такие... Такие штуки у нас и в Мохаве есть. Ничего удивительного. Но... В целом понятно, что здесь... Типа научный центр... Как все здесь все разрушено и разбито. Это что за собаки? Блин. Собаки с железными лапами, с мозгами. Это какие-то вечные собаки. И роботы, робомозги. Так, ну... Троих мы уже противников видели здесь. Медицинский комплекс. Так, я не знаю, там по мне стреляют или нет. Блин, какие они жирные. Так, еще. А, вот тут. Кто будет кровь вытирать? Я. Кто же еще? Так, и получается где-то здесь. Ага, вот он. Проекторный дом Автодок. О, Автодок. Круто. А, кстати, этот Автодок нам и будет, по-моему, импланты в этого вживлять. Так, я думаю, что здесь, в принципе. Ну давай, пробежимся. Вдруг что-то мы, может быть, все-таки интересное и найдем. Бутылочная крышка, правда, одна. Я все крышки, ребята, потратил. Если что, у меня о, 1599. А мне, видимо, еще что-то за что-то дали. А, мне же эти надавали. Точно, точно. В общем, я все крышки потратил на импланты в Мохаве. Я установил импланты, которые по 4000. Так что улучшение для Автодока — пластическая хирургия. Заберем. Медикс можно забрать. Пластическая хирургия. Но мы менять внешность не будем. Мы уж такие уже. Сколько серий там? 30 с лишним серий. Так, улучшение для Автодока, имплант C13. Слушайте, а я уже какой-то имплант, что ли, нашел? Или что это я нашел? Ладно, разберемся. Так, так, может, еще внимательнее здесь побегать? Может быть, еще что-то найду? Ой, это такое вообще регенерация здоровья. А, я понял. Я понял. Так, шкаф. И грузовичок с ядер колой. А вот сам тут Автодок, видимо, этот был. Тут возле него ничего интересного не валяется. Стелс-бой.
У меня есть стелс-бои, в принципе. Слишком много их тоже носить не нужно. Так. Давайте до мозгового центра. Ну, чтоб поменьше... Берегись армии доктора Мёбиуса! Его робоскорпионы рыщут повсюду в поисках интеллекта, чтобы пожрать его и оглупить! Понятно. Еще есть какие-то робоскорпионы, значит. Это что там? Это какие-то скелеты. А это? О, лоботомиты. Да это серьезно. А ты что такой жирный? Так, из чего ты там стреляешь? А, здесь. Пистолет 10-миллиметровый. Протонный топор. Очень все это интересно. А, я застрял, ребята. Нет. Все. Так, это... мобильный травмокостюм. Понятно. Так. Отстать. Отцепись. Лоботомит. У него есть ядерная... ой, энергетическая. Нам бы микроядерную. Так, значит, тут у нас еще лоботомиты. Но лоботомиты выглядят как люди, в принципе. Как я понял, с вырезанными мозгами. Ого, а что я сделал? Блин, еще бы попадать. А вот сейчас я не понял. Не понимаю, почему иногда пули летят очень мимо. Наверное, безопаснее было по трубе бежать. Но в округе вроде больше никого не вижу. Там еще купол. А, оттуда, наверное, этот Мобиус, кстати. Вы нашли сигнальный холм. Холмс? О, микроядерная батарейка. Вырванная страница из дневника. Взять улучшенный Лайер Элайджи. Апгрейд главного компьютера Лайер. Так, я вот это заберу тоже, наверное. Какая-то интересная. Ой, а вы-то еще кто такие? Приборцы, блин. От тебя столько же толку, как от твоей бутылки. Вы оба только на контрприметры и годитесь. Так, возле меня какое-то скопление чудиков. Так, я как понимаю, мне нужно туда. Да по мне уже, да, стреляют? Не вижу просто, кто стреляет. А, вижу. Все. Растворился. Ого. Я могу как-то тут... видимо, не смогу, да, я тут аккуратно спуститься. Подави свинцом, Коми. Сегодня отличный день для смерти.
здрасте, приехали, блин. А вы кто такие вообще? Ботанический сад. О, мои старые друзья. А с такими мы уже встречались. Таких мы уже знаем. Тут уже меня не напугать. Это что такое? Пакет с семенами? Что за пакет с семенами? Ладно, добавим. Сушеный перец, халапеньо. О, у меня какие-то семена добавились. Так, где-то здесь. Нет. Подожди. А, во. Я ж говорю, где-то здесь. Так, а тут еще сумка лежит. В спортивной сумке ничего нет. И плитка. Все, можно отсюда валить. Так, тут кто-то есть, да? Мистер Храбрец. Иди отдохни маленечко. Так, надеюсь, мне сейчас не нужно будет подниматься куда-то наверх. Что это за красные кристаллы? О, ничего. А, это просто звуки. Я думал, они рассыпаются. Ёшчик не офигел. Но это было бы мощно. Знаток Махала. О, мне сюда. Что здесь никого нет? Вообще затопленное, да, здание? Микроядерная батарея. Че, вы просто так тут валяетесь? А ну тут так-то и плыть некуда, в принципе. Так. Где-то здесь. А, вот она. Лежит на видном месте. Все, раковина. Раковину подняли. Зачем в умном доме умная раковина? Так, выполнено. Найдите все недостающие личностные модули для кнопок включения света и музыкального автомата. Окей. Погнали. Я точно выключил гигантского робоскорпиона. Энергию жрет, мама не горюй. Он типа меня запугать, да, пытается? Стимулятор. Заберем. Стимулятор заберем. О, все. Здрасте, а вы откуда тут взялись? А ты куда побежал? От меня не убежишь. Так, тут что-то есть. Бутылочная крышка. 10. Заберем. Заберу. Ой. А это новый, я думал, я того не убил. А я подхожу, что ли, к этой башне или что? Почему их так много здесь резко стало? Так, а что у вас вообще? А, энергетическая батарея. Неинтересно. Да, неинтересно. Были бы микроядерные батареи, я бы забрал с удовольствием. Так, я вообще туда иду? Да, туда. Так, значит, двигаемся в эту сторону. Так, слушайте, мне сюда. Большая гора, северный туннель. Вроде сюда. Так.
Вот, да, все, вот, нашли. Это, видимо, на выход, что ли, показывает. Так, давайте глянем, что здесь у нас. Заберемся. Черепок нам не нужен. Здесь ничего нет. Дальше я даже не знаю, есть смысл идти. Ядер кола. Ну, если нам понадобится, сходим. Сейчас не будем затягивать. Гриш этот Париж. Так. Нам сейчас... Ой, нам вообще на другой конец. А я вот здесь был возле медицинского центра. Мы к нему сейчас тэпнемся и от него уже, в принципе, отправимся. Я не понял, у меня пропали, что ли, скрытые атаки или что? Скрытая атака... Они... Вы видели? Они откуда-то из воздуха появляются. Это что такое, блин? Я думаю, что... это вот этот забор, что ли? Я возле края прям? Да, это забор. Если я подбегу, меня шандарахнет. Хорошо, хорошо. Тогда мы подбегать не будем. Поселок Хиггса. Интересного. Ребята, а вам ничего не напоминает? А, из Fallout'а третьего. Офигеть. Ну, только чуть дома по-другому расположены, но я думаю, что вы поняли. Так. Нет. Это шкаф, нельзя залезть. А, скорее всего, на втором этаже. Скорее всего, на втором этаже. Да, ну вот, лежит здесь, чилит. Здесь больше ничего интересного. Перчатка ученого, которую можно было, блин, купить. Чемодан сложный. Да, военные деньги 20 штук. Так, аудиозапись, оперный певец. Окей, заберем. Так, а я могу? Да, могу на часок прилечь и даже отхилиться. Ну, понятно, здесь больше ничего нет. Можно отсюда, в принципе, выходить. Так, ну это... Подожди, я не туда, да, бегу? Или сюда? Да, не сюда. Ладно, уж поднялись. Давайте посмотрим, что здесь есть. Понятно, ничего нету здесь интересного. Вот, мне на эту лестницу надо. Да, но... То, что так вот все выглядит, это, конечно, очень прикольно. Не знаю, я потом, может быть, сбегу сюда, посмотрю еще что в других домах. Если что-то интересное найду, я, конечно же, вам сообщу это. Кстати, а если мы сможем так сюда перемещаться? Мы можем в теории здесь вообще... Ну, сейчас посмотрим, что за умный дом, что, как мы его вообще, типа, обустроим. Рядом враги. У меня же есть кошки на это, зрение. Можно было, в принципе, его использовать. Блин, откуда вас так много? Преодоление.
скорее силовые поля большой горы. Тем самым вы можете устроить побег опасным идеям и или существам. Ничего не понял, ну ладно. Каким существам? Что существам? Многоядерные. Понятно. Так, медикс заберем, рикошет можно забрать, стимулятор и турбо. О, это вот эти скелеты. Мобильный травмокостюм. Так, прыжок веры. Ну и я чуть-чуть покоцался. Ну, это было... годно. Так, тут уже у нас кто-то встречает. Вступаю, ой. Во имя вашей безопасности не покидайте. Так, ищем что-то интересное. Идет поиск противника. А, где ты? Ой, тут много этажей, да? Давайте ищем. Во, вот это нам надо, да? Да. Кнопки включения-выключения. Не знаю, давайте так быстренько, мельком посмотрим. Может быть, что-то мы еще найдем. Нам самое главное это какие-то модули вот такие искать. Потому что я как понял, они разбросаны здесь по всей этой. Так, и все, а как внутри эти-то? А, вот, вижу, как. Пожалуйста, выйдите из укрытия и назовитесь законопослушным гражданам нечего. Все, братишка, шалонишка, прощай. Забрали. Забрали. Так, ну дайте мне еще-то какой-нибудь модуль. Я же не зря сюда поднимался. Так, тут у нас... Ага. Понятно. Так, и тут еще есть типа лестница наверх. Слушайте, а мне случайно не вот это нужно было забрать? Вот как? Хочешь украсть передающую антенную решетку X2? Ничего у тебя не получится, если мои смертоносные робоскорпионы еще что-то значат. Так, подожди. Найди все... А, еще нужно найти... Так, карта мира. Поселок Хикса. Рядом враги, а где? Я не вижу. А, вон он. Понял, я думал, это энергетическое поле. Подожди, это огромный. Нет, не убегай. Блин, я... Где ты? А ты как сюда забираешься? Ладно, коллеги, успокойтесь. Помехи, наверное. Блин, я отсюда тэпнуться теперь не могу. И еще и призвал сюда кучу скорпионов. Так, хорошо, давай спустимся. Эврика! Робот! Скорпион, в атаку! Молодец, лоботомик! Скоро технологии будут в безопасности!
Пришелец, верни то, что ты украл в X2! Блин, почему вы так громко орете? Еще рядом враги. Еще не всех перебил. Так, ладно, но мы спускаемся отсюда. Я... О, слушай, а если я вот тут пройду, я тут что-то могу забрать? Просто в Хагеваре мы это фикса сможем, если что, тэпнуться. А здесь я где-то близок к чему-то. Что ты, где ты? В текстурах, что ли, ты застрял? Ладно, в текстурах, видимо, застрял. Черт с ним. Гнездо кукушки. Плюшевый мишка. Истощенное, истощенное. Что тут все истощенное-то? Войти в гнездо кукушки. Блин, я здесь, ты куда убежал? А еще один. Все? Со всеми расправились. У вас типа тут хата, да? Так, а мне надо забрать всего лишь модуль. Можно я заберу и свалю. Карта местности. Вот это, да? Где-то здесь. Да, вот он лежит. Пожалуйста, забираем и валим. Блин, а это просто кусок мяса. Так, давайте в Хагеваре сначала. Нам еще здесь нужно. Так, ну это типа уже другой дом, да? Да, 101-й. Блин, что, опять на втором этаже? Да, я же вроде так ничего не вижу здесь, нет. Книги, торговый автомат. Эй, да, успокойся. Успокойтесь. Бухлишка, бухлишка. Вот это весело тут ребята жили. Так, вот сюда. Забираем. Терминал не работает. Это что? А, это перчатка доктора Клейна. А, я могу продать? А, нет, это не то. Это не продажа. Так, все, ладно, валим отсюда. Валим, валим, валим на гелике. Так, нам еще в какую-то одну штуку надо, да, там сходить? Угу. Так, и мне ближе будет. Ну давай вот от магнитного центра, ладно. Окей, уговорили. Уже кто-то здесь подобрал скорпионов. Погрузочная. А, мне наверх, да, надо? Так, а я могу где-то забраться наверх?
Ну, вроде как... Я вот тут как-то обойду. Или по трубам вот здесь могу. А, мне, походу, само здание не надо, да? Так, мне где-то вот здесь забрать. О, я нашел. А я могу прыгать вообще, забраться сюда? О, могу. Ядер кола. Понятно. Можно было... Все. Можно тэпаться домой. На балкон умного дома. Так, как я понимаю, нам нужно сейчас все это установить. Книга приема. А, добрый день, гражданин! Библиотечный модуль 232.7 включен и готов искоренять крамолу. Так, искоренять крамолу? Разумеется, гражданин. Таков мой долг и единственный смысл жизни. Все эти довоенные книги, полные крамольных, изменнических, сложных мыслей. Просто отдайте их мне, и я во мгновение ока ототру, отмою, отстираю их до бела, чтобы они стали чистыми, белыми и свободными от крамолы. То есть ты делаешь чистые книги? В чем смысл? Чистые книги полезнее для ума, гражданин. Настоящие ученые в настоящих лабораторных халатах доказали, что появление мыслей извне приводит мозг в смятение. Чистые книги стимулируют читателя не задавать вопросов, но слепо и безоговорочно принимать то, что перед ним. Ну и, возможно, такая книжка пригодится для заметок. Отлично. Так. Чистые книги, значит? Да, пожалуй, я найду им применение. Теперь вы мыслите, как подобает гражданину, гражданин. Понятно. У меня есть еще вопросы. Пока скорее... ничего. Прощай. Так, автодок. Эй, вы только посмотрите. Старик автодок снова в строю. Ну что ж, иди сюда, дай на тебя взглянуть. Так, мне бы хотелось воспользоваться твоими услугами. И правильно скажу я тебе. Хорошо, дай подключить старый интерфейс. Так, это устройство обладает более широкими возможностями, чем стандартный автодок. Оно способно осуществлять обследование организма и вылечить пациента от всех типичных недугов радиационного заражения, ранений, перелома костей и даже от пристрастия к химикатам. Дополнительно оно может сделать стрижку и провести пластическую операцию. А, ну все, понял. Провести медосмотр можем. Отхилиться, в принципе. Так, имплант. С-13 теперь доступен для хирургического вживления. Тебе нужны дополнительные услуги? Так, а где этот имплант? Так, мне кажется, у меня с головой не все в порядке. Ты можешь привести? Нет, это херня. Так, мне сейчас... Давай еще раз сюда зайдем. Так. Установить импланты. Вживить имплант С-13. Плюс 10% повреждений касадором. Тоже закрышки? Тоже закрышки? Серьезно? Ребята, тоже закрышки. Понял. Ты хотел смерти. Это просто завал пластических операций. Тут что у нас? А, тут раковина, да? Боже, праведный. Ну и вид. Ты в грязи по уши. Полагаю, ты желаешь помыться. Я просто... Так. Так что очень... Так. Ты как-то очень уж волнуешься насчет грязи? Что-то случилось? О, да нет. Просто она такая грязная. Тебе известно, сколько микробов содержится в одном кубическом сантиметре грязи? 700 000 зиллионов. Вот ты захочешь, чтобы вся эта гадость каждый день проходила через твой сток? Не думаю. Я просто попить хочу, спасибо. Пей сколько душе угодно. Только, пожалуйста, не трогай губами кран. Это антисанитарно. Так.
подожди. Судя по твоему неопрятному виду, ты с биологической станции. Полагаю, ты желаешь помыться? Подожди, там что-то еще было. Так, какие-то... Я просто хочу наполнить несколько пустых бутылок. Я бы с удовольствием. Но контуры для розлива воды в неорганические контейнеры перегорели много лет назад. Тебе придется сначала найти замену этого модуля. Короче, их еще можно будет апгрейдить. Со мной все хорошо, поговорим позже. Возвращайся когда угодно, если захочешь попить. Или помыться. Помыться? Так. Биологическая станция. О, да, Лапуля. Как же здорово снова ожить. Да. Все контуры включены. Готовы принять твое семя. Чего? Что ты сказала? Твое семя, детка. Я уникальная, сертифицированная, всесторонне протестированная биологическая станция GS-2000. Да-да, я машина для клонирования семенного материала. Ну что, семечки есть? Я из них такого наклонирую. Слушайте, а мы как раз... Мы собрали какие-то семечки. Так, ну давайте узнаем, что это значит. Это таинство жизни, детка. Принеси мне сочный генный материал, а я над ним поколдую. Клонирую тебе все типы растений, о да. А если ты из извращенцев, я могу их для тебя переработать. Приноси мне сорванные растения, и я разотру их в зеленый Сойленд. Тебе это нравится, а, детка? Детка, значит, если я принесу тебе образцы высушенных семян, ты сможешь их клонировать и вырастить в этих теплицах? Так точно, крошка. Только дай мне образцы, и все будет в лучшем виде. Займет несколько дней, но верь мне, ожидание того стоит. Так, тогда приказываю открыть порт и принять мое семя. Да-да, бэйби. Просто всади его туда. До самой земли. Теплой, влажной земли. Загружаю интерфейс. Это DLC максимально пошлое, ребята. Так, вырастите семян растения. Так, ну все. Получается, тут все это будет расти. Так, что еще у нас есть? Если вам известно значение слова пролетариат. О! Да, детка, да! Крутая музычка! Эх, как хорошо снова включиться! Каково твое назначение? Так, я маг и волшебник звуков, детка! Старый доктор М с моей помощью создавал прототипы звукового оружия! Только дай мне приличную базу сэмплов, я тебе такую волну сведу, что Иерихон пуком покажется. Так, ты можешь сделать мне что-то подобное? Удалось разжиться звуковым эмиттером, что ли? Так я и думал. Тащи эту рухлядь сюда. И еще тащи каких-нибудь звуковых сэмплов. Вот тогда эта крошка у нас так запоет. Ну или завоет. Это уж как ты захочешь. Так, у меня есть для тебя звуковой файл. Сей момент, парниша. Подключай, и я тебе такую красоту смикширую. О, оперный певец у нас. Так, я хочу перекалибровать звуковой эмиттер. Сей момент, парниша. Ну-ка, покрутим дорожки.
Так, дай мне один из твоих звуковых эмиттеров для... Так, вот это давай. Выбери настройки. Кат, оперный певец. Что это говорит о вас? Что вы очень начитанный человек. Для коммуниста. Так, кнопка 02. Неплохо вздремнула. Сколько времени я проспала? Ты какой-то новомодный говорящий выключатель? Я была личным помощником доктора Мёбиуса. Мы исследовали... Проклятие, как его там? Да-да, посещение. Нет, не то. Освещение. Да, правильно. Как освещение влияет на общение людей? Так, и что вы обнаружили? Ах, это было так увлекательно. Оказалось, что некоторые красивенькие огонечки могут научить тебя куда лучше общаться. Ты можешь включить для меня этот свет? Ах, я бы с удовольствием, моя радость, но у меня нет этой программы. Все данные экспериментов пропали. Тебе придется отправиться в этот гадкий старый кратер и найти резервную копию. Понятно, это тоже, короче. Так, в соседней комнате тоже есть кнопка включения света. Ты управляешь ею тоже? А, это, поверь мне, дорогуша. Лучше даже и не думай про тот фригидный синий чулок. Похоже, вы с ней что-то не поделили. Контуры, что ли? Это тварь. Она думает, что прям лучше всех. Только потому, что у нее процессоры больше. Ах, как я ее ненавижу. Ладно, давай забудем эту тему. Ну, конечно, моя радость. Так, мне пора идти. Пока. Так, здесь еще что-то я могу? Да, еще могу. Это что, кружок? Ты! Эй, ты! Да-да, ты! Кружки есть? Кружки? У меня нет кружек, извини, ничего нет. Ну, конечно же, нет! Ты же не дурацкий робот, свихнувшийся на кружках! Для тебя они просто мусор! Так, ты кто? Ты правда хочешь узнать больше обо мне? Никто никогда про меня не спрашивает. Я так счастлив. Может, тебя встречали здоровенные, устрашающие секьюритроны с мощными лазерными пушками, гранатометами и суровыми лицами? Я не из их числа. Доктор О всегда завидовал Роберту Хаусу, и однажды решил, что будет очень прикольно собрать крошечного секьюритрона-невротика. Ужасно смешно, обхохочешься! Так, есть для меня кружки? Кружки? А зачем тебе кружки? Зачем тебе кружки, а? Ты что, какой-то кружка-извращенец? О боже, дай мне кофейную кружку, пожалуйста. Она лежит у тебя в рюкзаке и дразнит меня. Пардон, прошу прощения, я немного увлекся. Просто кругом столько грязной посуды, и никто бы кто ее помыл. Это мне просто сердце разрывает. Да, свихнулся ты что ли на этих кружках? Конечно свихнулся! Меня таким сделали! Думаешь, я сам не знаю, как это выглядит со стороны? Конечно знаю! Это знание меня тоже запрограммировали! Меня создали, чтобы издеваться надо мной! Но более всего, когда становишься никому не нужен! Эй, давайте все превратимся в робомозги в банках! Знаешь, сколько кружек кофе в день выпивает гигантский робомозг в банке? Ноль без палочки! А что ты делаешь с кружками? Я должен держать их в чистоте! О боже, одна мысль о том, сколько снаружи немытой посуды сводит меня с ума! Большую ее часть уже ничего не спасет. Единственное, что осталось, разломать ее и переработать на сырье. Думаю, сырье я могу отдать тебе. Ты еще умеешь что-нибудь делать? Он хочет что-нибудь еще? Как будто я сам не хочу стать кем-то большим, чем психованная посудомойка. Если тебе так уж надо знать, в какой-то момент доктор Мебиус запрограммировал меня изготавливать электронные компоненты в моем центральном шасси. Но потом тостер просыпал мне на вентиляторы горячие крошки, и этот модуль корродировал. Если ты где-нибудь найдешь замену, я, может быть, смогу делать компоненты для тебя. Супер. Мне пора идти. То есть, он мне сможет делать... аптечка. Ничего нету, это что? Это сейф? Слушайте, сундук... Блин, мне кажется, здесь... Так, кнопка вот 01. Мой. Функциональность восстановлена частично. Неоптимальный вариант. Мне кажется, здесь... Так, какой цели ты служишь? Доктор Мёбиус и я глубоко погружены в исследование возможности совершенствовать человеческое мышление с помощью освещения. Какие результаты вы получили? Мы обнаружили интереснейший феномен. Определенные спектры видимого света действительно повышают когнитивную функцию и способность к логическому мышлению. Разумеется, мозг доктора Мёбиуса уже настолько велик, что мы с трудом смогли его измерить.
Ты можешь включить для меня этот свет? Боюсь, что нет. Как бы мне того не хотелось. Данные исследования утрачены. Если хочешь использовать проясняющий свет, тебе придется разыскать резервную копию. Пора. Идти мне. Поговорим позже. Понятно. Все нужно... Так, и вот еще тостер. Я снова на посту! Дрожит обещи вселенная перед моей ужасной индукционной катушкой! Конечно, куда без психопатов? Дрожи и трепещи, ты же тостер, разве ты такой уж страшный? Тостер — это всего лишь луч смерти меньшей мощности! Как только я пойму, как подключиться к главным реакторам, я бережу весь мир! Откуда в тебе столько ярости? А тебе приходилось предаваться всепоглощающей страсти к убийству, не имея возможности схватить что-то, не имея рук, не имея ничего, кроме лотка для хлеба. Тогда в тебе было бы не меньше ярости. У меня прямо поджилки трясутся. Дружище, если бы мой нагревательный элемент был бы хоть чуть-чуть побольше, я бы уже тебя поджег. Поджег! Так, давай сменим тему. Ну, раз уж я не могу тебя убить, придется слушать твои бредовые вопросы. Я почти боюсь спрашивать, какова твоя функция. И правильно боишься! Я бич всей мелкой бытовой техники и ужас, заставляющий мелкие тостеры дрожать бессонными ночами. Значит, ты убиваешь тостеры? Не просто убиваю, я расчленяю их. И низвожу до самых базовых компонентов. Когда выпустишь тостер у кишки, с ним можно делать что угодно. Что ты еще делаешь? Хочешь чертежи оружия? Я тебе покажу такие охеренные чертежи оружия. Хочешь перегретый сатурнитовый силовой кастет? Обстряпаю в лучшем виде. Значит, поищу сатурнивые силовые кастеты. Найдешь, тащи сюда, и мы эту радость дотла сожжем. Насчет перегретого сатурнитового силового кастета. Я же сказал, принеси мне сатурнитовый силовый кастет. А, сатурнитовый. И я застряпаю в лучшем виде. Сатурнитовый кастет, сатурнитовый, блин. Ладно, мне пора идти. Так, ну мы выполнили, получается, задание. Так, а тут что у меня включилось? Это мы уже в следующем выполним квест. Он пока находится в точности там, где вы его оставили. А если тостер говорит иначе... Ладно. В общем, спасибо всем большое за просмотр. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.